Здравствуйте! В эфире программа «Пионер». У нас сегодня в гостях наш старый друг, доктор Лев Щеглов. Справа моя замечательная коллега Алла Довлатова, а слева мой замечательный коллега Игорь Водопьянов. Ну, а тема нашей передачи – это семья и взаимоотношения в семье мужчины и женщины. Как-то читая мужской протокол, я обратила внимание на… Это же такой мужской протокол. Мужской протокол – это как должен себя правила вести мужчина, поведения. Да, правила поведения мужчины в обществе. В обществе. Да, и там было написано, если мужчина приходит на встречу и снимает пиджак, это говорит, не говоря уже о галстуке, это говорит о том, что тема будет достаточно расслабленная и не очень конфиденциальная. Вот я могу сказать, что вы приготовились к теме, наверное, достаточно облегченной, а я наш знаю, оппонент… В общем, тема у нас сегодня достаточно серьезная. Дело в том, что совсем недавно на заседании Государственной Думы представитель одной депутатской фракции, мы не будем называть какой, предложил Госдуме рассмотреть законопроект о введении в России официального двоеженства. Почему, в общем, это должно рассматриваться на высшем государственном уровне в Государственной Думе? Ну, это нелепость, на мой взгляд. Нелепость для России, нелепость для нашего сознания. Это восточная практика, которая как бы предполагает в женщине прежде всего вещь. А вещей должно быть много. Да. И встает совершенно такой законный вопрос, а где двое мужества? Наверное, настолько замечательная страна и все решено, что вот только остался вопрос, вот как бы две жены или 28. А вот каким образом развивалась, скажем так, сексуальная культура в России? Были ли когда-нибудь подобные предпосылки? Почему, собственно говоря, появился этот депутат, который вышел и сказал это? Действительно, ну нельзя забывать о том, где ты существуешь, какие корни, какие, так сказать, обстоятельства. Понимаете, восточная практика, она действительно, это любой человек знает, она очень жестко противопоставляет женский и мужской пол. Женская половина дома, мужская. Мужчины беседуют, женщины подносят. Это традиционно, это корни, это тысячелетия. Опять же, без оценок, хорошо это или плохо. Угу. Но в Руси такого не было никогда. Хотя был домострой. Женщина как бы знала свое место, но она все-таки была, страшную вещь я сейчас скажу, но она была человеком. Женщина тоже была человеком. Ведь смотрите, вот восточная практика — это гарем. Чувственное удовольствие, свисающий виноград, мелькающие животы, там, султан, который уже не знает, куда ему податься и прочее. А вот посмотрите, как говорили о муже на Руси простые люди. Там ведь не было слова «любовь», они не понимали этого слова. Они говорили «жалеет». Муж меня жалеет. Угу. Человеческое участие облегчал жизнь. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это совершенно различные как бы штампы. И я не понимаю, во-первых, зачем их менять. Логики не вижу. Во-вторых, я прекрасно представляю, что будет, если этот закон будет, так сказать, принят. Что будет? Маразм будет. А если сейчас говорят, что Россия собой представляет некую полукриминальную структуру с постоянно исчезающими деньгами и там, скажем, обиженными пенсионерами и прочее, это будет то же самое, но еще как бы в условиях коммунальной квартиры, с вот этими склоками, кто кому плюнул в чайник, и чья жена вообще как бы не достирала левый носок нашему общему мужу. Это просто будет такой элемент коммунального безумия. Что как бы в сознании человека сегодня у нас? Что вот мужчина — это как бы та же женщина, но с несколько другими некоторыми органами. А мужчина это как бы, а женщина это как бы тот мужчина, тот же мужчина, но без некоторых органов. Вот и все. А это не так, категорически не так. Потому что прежде всего отличие полов — это такие мощные, глубинные различия в реакциях. Мы действительно категорически различны.
70 лет нам внушали, что вот есть советский человек, он делится, ну, как бы вот все люди, но одни брюнеты, а другие блондины. Mm-hmm. Вот все люди, а вот одни мужчины, а другие... Это совершенно не так. И вот сегодня, на мой взгляд, у нас происходит колоссальная путаница этих ролей. Колоссальная путаница. Давайте посмотрим эстраду, все эти нежные мужчины с... струящимися волосами, какими-то телодвижениями, так сказать, невнятными, женщины в коже, бодибилдинг, так сказать, мышцы. Там. Это страшная история, которая приводит к колоссальной путанице. Люди как бы не очень понимают, что есть мужественное, что есть женственное. Никогда так не было, как сегодня, в сегодняшней культуре. Никогда. Даже у первобытно-общинного костра никогда мужчина не мог напялить на себя те ожерелья, которые были предназначены для женщины. И так шло тысячелетиями. Вот это колоссальное смешение даже по внешнему виду, это только знак сегодняшнего дня. На мой взгляд, есть некий упадок в культуре вообще, как в изобразительном искусстве, в литературе, я не знаю, так и в общей культуре. Если мы это не осознаем, то действительно в дальнейшем могут воплотиться вот все те антиутопии, 451 по Фаренгейту, Большой брат и так далее, и так далее, и так далее. Видите ли, секс — это глубинные переживания, связанные с полом. Секс в переводе с английского — это пол, ничего больше. Если я теряю нечто, что присуще мужчине, а скажем, не дай бог, женщина теряет вот это, нечто присущее, глубинно звенящее для женщины, происходит колоссальная путаница. Происходит как бы все можно. Значит, я как мужчина могу быть слаб, вял. Могу искать женщину с деньгами, которая бы меня потащила по жизни. Женщина имеет право дать в лоб пяткой. Очень модно. Карате. Стать начальником фирмы и насиловать своих охранников. Принуждать. Я знаю эти случаи. Хотя великий Губерман написал, но женщины не слушают этого, что если будешь слишком деловая, функция слабеет половая. Ну, так оно и есть. Рецепт серьезный. Да. Происходит колоссальнейшая путаница. А еще раз хочу сказать, от того, насколько мы ощущаем себя кем-то, так мы себя ведем в жизни вообще. С близкими, с собой, на работе. К чему это все приведет? Глубокий уровень тревоги, ощущение недостаточного счастья жизни, ну и снижение любви к себе, к другим и так далее. Невротизированное общество. Что значит невротизированное общество? Общество нездоровых людей. То есть это мы все будем, собственно говоря, психически ненормальны, грубо говоря? В определенной степени да. Мне кажется, сегодня уже многие люди понимают, что нашу страну сегодня как бы оздоровить, может быть, это дико звучит, но может быть, скорее может психотерапевт, нежели новый президент, или там какой-нибудь новый министр финансов, или новый министр обороны и так далее. Наличие первичных половых признаков – это не единственное то, что отличает мужчину от женщины. Скажи, пожалуйста, мы из одной обезьяны произошли, так сказать? Или все-таки мы, может быть, занесены с разных, так сказать… Планет. Ну, или планет, может быть, это два разных существа, которых создал Господь, ну, то есть из ребра, ну, в общем, все мы знаем первоисточник, скажем так. Конечно… Очень симпатично, что мне задается этот вопрос, потому что на него не может ответить ни один человек в мире пока, в общем. На этот счет есть классная вообще легенда, классная, если вдуматься, смысл. Это такой как бы древнегреческий миф, что ли, что вот когда-то землю населяли боги, люди, но оказывается, была еще и третья группа, которая называлась андрогины. А кто это такие были? Это были какие-то очень странные существа, которые были одновременно и мужчинами, и женщинами. И физически, и психологически. И вот только то, что они как бы вот соединяли в себе эти качества, делало их сверхсамодостаточными. Ну, говоря проще, они как бы испытывали постоянный сверхкайф внутри себя. И одно это сделало их безумно конкурентными богам. И вот Зевс рассвирепел, значит, молниями рассек их на половинки и разбросал по миру. Вот с тех пор, как бы есть мужчины и есть женщины, периодически каждая половинка ищет свою, они периодически слипаются,
У них возникает ощущение, что он нашел половинку, и вот это называется грубым физиологическим языком, скажем, оргазм, потом получается или не получается, ищется следующая половинка. Значит, это вроде бы красивая легенда, но в нее заложено что? Мужчина должен ощущать себя мужчиной, только смотрясь, как в зеркало, в женщину. Так же и женщина ощущает себя женщиной, как бы оттеняясь и контактируя с мужчиной. Это два пола, которые идеальны, если они взаимодействуют. Если мы как бы потеряем вот те глубинные отличия мужчины от женщины, как и наоборот, мы потеряем то, что в английском языке носит понятие self, самость, самость. Великий Фрейд не случайно как бы свою теорию строил на понятии глубинной сексуальной энергии, которая тащит нас вообще по жизни и определяет все наши особенности, странности, склонности, симпатии, антипатии, выборы и прочее. Причем эта глубинная энергия не связана с банальным как бы вот, воплощением сексуального инстинкта, желание, реализация и так далее. Это именно вот то, что есть я в глубине себя. Если мы это потеряем, это будет, мало того, безумная каша, это будет очень тяжелое общество с как бы с потерей вот таких очень важных вещей, которые в каждом обществе существуют и расписаны, как нежность, терпеливость, мужество, ответственность. Заметьте, все-таки как бы мы не знаем того, чтобы Пенелопа странствовала, а Одиссей ее ждал много лет. Как-то я не очень себе представляю плакат во время Отечественной войны «Отец, Родина ждет тебя». Почему-то это мать всегда. Понимаете, это очень жесткое внутреннее ощущение. Если это теряется, ну вот прежде всего происходит то, что происходит сегодня во всех цивилизованных странах, рост транссексуализма. Это ведь очень странное состояние, когда биологически и физически человек рожден, скажем, мужчиной, но внутренне он ощущает себя женщиной, и он не может так жить. Подчеркиваю, что это душевно здоровые люди. То есть это вот не... потеряно как бы вот это, вот женщина и мужчина, это не разница в строении тела, а это вот это какая-то внутренняя интонация, какая-то струна. Если это теряется, возникает ощущение вот транссексуальности. То есть этот человек не есть душевно больной. Ни в коем случае. Это совершенно нормально. Это получается просто ошибка Бога? Бога, природы, это не очень понятно. Но дело в том, что прежде чем дать разрешение на операцию, мы ведь, это инструкция жесткая, мы держим, если так можно сказать, 2 недели претендующего человека в психиатрической клинике. 2 недели, где внимательнейшим образом психиатры исследуют его, и потом они дают, либо он здоров, либо он болен. Транссексуалы — это совершенно психически здоровые люди, с которыми действительно как бы вот природа, что ли, сыграла злую шутку. Как бы в женское тело засунута мужская душа, или как бы наоборот. Значит, как бы вот эта душа и есть суть, вот о чем я говорю. А не те органы или другие. А насколько это масштабное явление? Стоит ли его обсуждать вообще? Транссексуализм? Да. По всем странам идет фиксируемый рост. Почему-то многие считают, что гомосексуальность растет, еще какие-то виды отклонений нет. А вот транссексуальность растет. И я корни этого вижу в культуре, а не в том, что у людей как-то там что-то в голове стало иначе. Что значит в культуре? Вот в этом отношении. А вот культура сегодняшняя, то, что мы обсуждали, зачастую позволяет смешение ролей. Радио «Модерн» и национальный ежегодник «Синяя страница России» представляют радио-шоу «Пионер» с Аллой Довлатовой и Алексеем Лужниковым. Ровно через минуту после окончания программы слушайте радио-шоу «Пионер». На частоте 104 FM Алла Довлатова и Алексей Лужник продолжат разговор на заданную тему в эфире радио «Модерн». Будьте готовы и оставайтесь с нами. Человек не вечен. На место предков, изучавших прошлое по древним манускриптам, приходит поколение, делами своими прославляя настоящее. Труд каждого поколения, попадая в летопись, становится историей. Книга нетленна в веках.
Отслеживая шаги живущих сегодня, она славит героев и проклинает предателей. Национальный ежегодник «Синяя страница России» – главная летопись современности. Всегда ВКонтакте. Неда Пейджинг. Долгие годы развития такой, так скажем, советской психологии и сексологии привели к тому, что мы детей представляем совершенно какими-то препаратами неразвитыми. Вот когда они начнут говорить, читать, ходить, вот тогда они якобы что-то. Ребенок усваивает происходящее с момента появления на свет. Он ничего как бы не понимает в нашем смысле этого слова, но он как губка, он впитывает все. Вы понимаете, есть сейчас колоссальные и не очень интересные данные. Мать беременна. Отец во время беременности подходит, кладет руки на живот и, как бы обращаясь к плоду, говорит: «Милый мой, я тебя жду, ты мой любимый, я жду тебя». И так делает достаточно часто. В дальнейшем появляющийся ребенок успокаивается от плача, который естественен для всех младенцев, на руках отца. Это подтвержденные данные, это никакой мистики в этом нет. Есть просто глубинные связи, которые мы как бы недопонимаем. Нам хочется, чтобы все было понятно. Вот ребенок не умеет ни говорить, ничего, значит, это просто кусочек тела какой-то. Ничего подобного, это очень сложно работающая психика, но немножко по другим законам. Я сейчас не помню, но кто-то из великих психологов, женщине, которая пришла к нему и сказала: «Моему ребенку 3 года, дайте советы по воспитанию». Он сказал: «Вы уже опоздали». Скажите, пожалуйста, есть такая фраза, я не знаю, стала ли она афоризмом, но фраза такая есть: мужчина с женщиной живут не для того, чтобы понимать друг друга, а только для того, чтобы любить. Вы полностью с этим согласны или у вас другое мнение? Я согласен, но, на мой взгляд, это как бы просто, ну что ли, более красивые слова, что ли, потому что, ну а как вы себе представляете, может ли быть любовь без взаимопонимания? Очень большая проблема. Женщины никогда, наверное, до конца мужчину понять не смогут. И я думаю, что мужчины до конца женщину понять не смогут, поскольку не являются ею. Вследствие этого понимания абсолютного не происходит. Да. Может быть, есть абсолютная любовь, но абсолютного понимания нет. Мы в России все максималисты. Все, по всем позициям. Зачем максимальное взаимопонимание? Оно действительно недостижимо. Есть великолепная легенда одного старинного философа, она коротенькая, что люди всегда напоминают стадо дикобразов. Ночь, холодно, дикобразам хочется тепла, они пытаются сблизиться, но когда они переходят определенную дистанцию, они ранят друг друга иглами. И они тогда с криками и воплями разбегаются. Им снова холодно, им хочется тепла, и вот так до бесконечности. Значит, когда им будет хорошо? Когда будет оптимальная дистанция. Оптимальная. А совсем не полное взаимопонимание. Вот у нас, как бы понимается, так полное взаимопонимание – это, ну, вообще такое растворение друг в друге. Это почти невозможно. Но найти оптимальную дистанцию с человеком – вот это и есть. А если продолжить тему, вот, кстати, девушка сказала замечательные слова, и я вспомнила, также одна была публикация, как раз по поводу людей, которые меняют свой пол. Один мужчина рассказывал, он был женат на женщине, это было 7 лет, это было за границей в Германии, после чего он узнал совершенно случайно, что она была когда-то мужчиной. Он с ней развелся, 3 года жил отдельно от нее, но потом вернулся все-таки. И утверждал, что наслаждение, доставляемые вот именно в сексе, гораздо больше, нежели просто женщины. Ну, тут два момента, на мой взгляд. Они, во-первых, уже из другой, как бы, шкуры, и они прекрасно чувствуют ожидания. Вот это как раз об этом взаимопонимании, это раз. Да? А еще есть и второе, то, о чем мы говорили. Вот если транссексуал добьется, скажем, мужчиной, он добьется хирургической коррекции пола и станет женщиной. Он будет женщиной традиционной, понимаете? У него ни капли не будет сомнения в том, что нужно менять традиционно приписываемые качества. Он будет повышенно нежен, повышенно терпелив, как бы даже повышенно ласков и так далее. А физиологические его ощущения? Это не важно. Они не будут такими, как... Вы знаете, мы живем в мире мифов. То, что мы себе придумаем, то мы и чувствуем в какой-то степени.
они живут отлично. И неизвестно еще ни одной истории, чтобы транссексуальная семья развелась. А в той хирургической клинике, где у нас в городе делаются операции, врачи были в шоке. Несколько медсестер ушло с транссексуалами. Это простые девочки, которые видели, что поступает женщина, которая постепенно на выходе становится мужчиной. Она это видела, она это знает. И она его предпочитает каким-то обычным ребятам с дискотеки и прочее. Они были в шоке и не понимали, что происходит. То есть, если хочешь быть счастлив в семье, познакомься с транссексуалом. Но я бы не призывал к этому, я призываю к пониманию. На сегодняшний день существует, и, наверное, в будущем, наверное, будут увеличиваться количество таких пар. Один супруг или супруга в каждой, в той или иной паре, он прогрессирует, он материально увеличивает свое состояние, он повышает свой статус, он переходит из класса в класс среди своих друзей, знакомых и так далее. Вот. В то же время его вторая половина, она как бы остается на том уровне там девушки из общежития. И мужчина или женщина чувствует, что его супруг или супруга не соответствует ему. И это часто, наверное, является причиной расторжения браков и так далее. Как вы думаете, возможно ли в будущем, что вот такая ситуация приведет к появлению именно классов? Ну да, ну в общем, как бы классы — это немножко такая марксистская категория, и там нужно, да, социальные слои, так скажем, слои. Послойки. Да, это в общем, причем это наблюдается вот у тех, уже навязчивое слово, вот новых русских, действительно, это колоссальная проблема для них, и действительно, определенная часть из них в своей семейной жизни несчастны, потому что как бы примерно произошло то, что вы говорите, и плюс... К сожалению, идеология такого человека, как бы, я за свои деньги требую, чтобы ты сейчас в свои 35 выглядела как в 25, потому что а что ты еще можешь? Это большая проблема, но вы понимаете, опять же, я как зануда одно и то же говорю, ведь все зависит от человека. В отношении слоев, вы знаете, все нормальные общества держатся на том, что в нашей стране только начинает зарождаться, только на среднем классе. Только. То, что происходит в крошечной... верхушечной прослойки миллионеров, как ни странно, это не влияет на то, что происходит в обществе, как и то, что происходит среди совсем отверженных, нищих там и прочее. Средний класс – это вообще основа общества. У нас одна из самых больших проблем, что у нас сегодня новых русских больше, чем средних. Ну, средние отсутствуют, наверное, скорее как таковые. Пока и нет, да. И нет перспектив на создание этого среднего класса. Хочется верить, что они будут. Проблема женского одиночества в России. Mm-hmm. В России не просто одинокие женщины, они мучаются своим одиночеством, не могут годами выйти замуж, особенно это грозит женщинам, которым за 30. Как вы думаете, решение этой проблемы? Это большая проблема, действительно. Вообще, как бы, психологи знают, что сегодня человек от одиночества страдает, как ни странно, на фоне того, что мегаполис, море контактов и прочее. А вот есть такие строчки, что нет страшнее одиночества, чем одиночество в толпе, когда безумно всем хохочется и плакать хочется тебе. Это большая психологическая проблема, которая может решаться психотерапевтическим путем. Почему? Потому что очень многие одинокие люди страдают из-за себя. Если, понимаете, это одинокий безногий человек или с каким-то дефектом, ну так случилось, это как бы более объяснимо. Если человек якобы... вполне имеет потенциал общения, и все замечательно, и он одинок, это психотерапевтическая проблема, наверное, какие-то блоки ему бы надо было в себе заменить, и, возможно, эта проблема решалась бы. Но это универсальная проблема, и с этим процентов на 80 свою жизнь мы делаем сами. А если основываться на опыте Соединенных Штатов, то когда же в России будет превалировать институт семьи, и это будет государственной идеологией? Сложный вопрос. Опять, когда, я не могу сказать, но нужно не забывать вот особенность российской ментальности. Я бы вот сказал так, и вот вы прикиньте, какая модель лучше. Вот что такое среднероссийский человек? Средний. Это человек, который сидит на кухне, пьет портвейн и размышляет о Достоевском, к примеру. Ну, если Петербург, скажем, да? При этом у него там, знаете, дети... не видели 3 дня бананов, жена имеет одно платье и так далее. Кто такой среднезападный человек?
Он не то что Достоевский, он слышал, что вроде бы был Фолкнер, и вроде это американский писатель. Может быть. Его это вообще ничего не волнует. Но все его силы брошены на то, чтобы дети были, там, не знаю, накормлены, семья имела домик, там, прочее, прочее. Вот разница ментальная. Что лучше, что хуже, я не знаю. Я знаю одно, что чем больше у россиян появится ощущение ответственности за свою конкретную жизнь, вот конкретного этого ребенка моего, эту мою жену, тем будет лучше. Когда это произойдет? Кто же его знает? Ну, я думаю, что всем нашим телезрителям, подводя некий итог нашей семейной темы, взаимоотношений мужчины и женщины в семье, надо все-таки, если я правильно за время нашего разговора понял Льва Щеглова, стремиться к тому, чтобы каждый занимал ту роль, в жизни которая дана нам Господом Богом. Да. Если это мужчина, он должен быть мужчина, мужественным, умным, по возможности смелым. Красивым, смелым. А женщина, вероятно, должна быть нежной, женственной, красивой, доброй, нежной, ласковой. Матерью. И, естественно, матерью. Я думаю, что на этом программа наша заканчивается. Я благодарю Льва Щеглова за то, что он пришел к нам в студию. Я благодарю своих коллег Аллу Довлатову и Игоря Водопьянова. И мы с вами, дорогие телезрители, встретимся в ближайший вторник на канале ЛОТ ровно в 19 часов. Будьте готовы и оставайтесь с нами. Радио «Модерн» и Национальный ежегодник «Синие страницы России» представляют радио-шоу «Пионер» с Аллой Довлатовой и Алексеем Лужниковым. Ровно через минуту после окончания программы слушайте радио-шоу «Пионер». На частоте 104 FM Алла Довлатова и Алексей Лужник продолжат разговор на заданную тему в эфире радио «Модерн». Будьте готовы и оставайтесь с нами. Мне осталось забава, пальцы в рот, да веселый свист. Кто мы в этой жизни? Министрели. 7 и 8 февраля Александр Малинин. Большой концертный зал «Октябрьский». Опять готов услышать? Нет. И вдруг вы говорите? Служба общественных связей национального ежегодника «Синие страницы России» и рекламное агентство «Лот Реклама» приглашают красивых женщин от 20 до 30 лет на престижную, высокооплачиваемую работу корреспондента службы общественных связей с правом участия в съемках ток-шоу «Пионер» Алексея Лушникова. Во все времена истории России были люди, которые создавали новое. Они шли дальше, они были первыми. Их называли пионерами. Каждый вторник и пятницу в 19 часов на нашем канале ток-шоу «Пионер» Алексея Лушникова. Разговор о главном с известными политиками, авторитетными предпринимателями, звездами эстрады и кино. Ток-шоу «Пионер» Алексея Лушникова. Будьте готовы и оставайтесь с нами.